Нормально я это? На массе или нет? Ты? Есть у меня второй подбородок, нет? На массе это означает второй подбородок? Ну, я толстенький или нет? Или дохленький? Ну, ну вообще, я в порядке? В порядке или не в порядке? Не в порядке, ты подмышками не бреешь. Бля, да, зачем? Незачем, да? Ну, понятно тогда. Ну, так я в порядке или нет? Да не в порядке, я же тебе говорю. У тебя с кожей проблемы, ты подмышками не бреешь. Ну, с кожей, да, это я сладкое покушал. У тебя вес, веса нету, меньше, чем надо. Анорексия у тебя. Где? Я просто сухой. Ну, ты суше, чем надо. Да нет, у меня вот это... Ну, нету ребер даже, понял? Ты занимаешься на турнике, ты ничем занимаешься чем-то или нет? Нет, я занимаюсь борьбой, боевой самбо. Сколько лет ты занимаешься? 9. Я тоже борьбой занимался. Какой? Вольной. А чем они вольные от греко-римской? Ногами только отличаются, видишь, да? Видишь, у меня уши поломанные, у тебя уши не поломанные. Ты не борец. Ты так говоришь, ты видишь, какие у меня уши? Я меньше, чем ты занимался, и у меня уши поломанные. А ты говоришь, 9 лет, и у тебя уши не поломанные. Понимаешь, какой ты и борец? Что? Где ты борец? Так а у тебя шлем зачем? Как ты в шлеме сломаешь ухо? Да какой шлем ты шлем? Ну, знаешь, боевое самбо, знаешь, что такое?